пляж. Вообще свободно. Вот первая линия лежаков. И кто здесь как сумасшедший в 5 утра места не занимает и веревочки не привязывает? Красный флаг, но он красный постоянно по утрам. Сегодня вообще какой-то ураганный ветер по прогнозу. Но пока что-то не сильно дует. Сейчас пойду вот на наш понтончик. 400 метров пешком. Вчера у меня вообще был пробег